фильма «Унесенные ветром» Ред Батлер говорил своей заплаканной Скарлетт: «Я поеду в Чарльстон, я оттуда родом, хочу мира, хочу посмотреть, сохранилась ли хотя бы где-то та старая жизнь, полное изящество и очарование». Полтора века прошло с тех пор, и получается, что Ред Батлер в этом описании абсолютно прав, и в город Чарльстон до сих пор едут за очарованием старины и погружением в историю. Погружение начинается в ту секунду, когда въезжаешь в старый город, один из самых больших сохранившихся исторических центров Америки, около 5 квадратных миль. В этих улочках вполне можно заблудиться, а на то, чтобы изучить их все, точно понадобится не один день. Ой, он теплый. В общем, смотрите, здесь даже днем работают настоящие газовые фонарики. Здесь, в Чарльстоне, используют слово «пьяза». Они специально придуманы для того, чтобы прятаться от довольно беспощадного южного солнца. Посудите сами. Совсем небольшой фасад и длинная терраса, которую даже в самую жаркую погоду пронизывает прохладный морской ветерок. Здесь жили индейцы, здесь сидели в темницах пираты, здесь началась гражданская война. Дома, церкви, площади и переулки Чарльстона не просто кинематографичные. Они словно помнят далекое прошлое, и их хочется расспросить о былом. Я же в первую очередь задавалась вопросами, как здесь спасают прошлое от забвения и как здесь рассказывают о позорных страницах истории. Чарльстон был основан в 1670 году. Это самый старый город Южной Каролины и один из самых старых городов США. Изначально он назывался Чарльстаун в честь английского короля Чарльза, Карла II, который разрешил строительство в этих местах. Знаете, в рекламе Чарльстона показывают наиболее известные места, такие как Беттери Парк или Радужный ряд, или Старый рынок. Но на самом деле Чарльстон, он гораздо больше. Один из самых востребованных местных гидов Эндрю Кун мечтал уехать из родного Чарльстона сразу после окончания школы. Он хотел построить карьеру в городе покрупнее, да только спустя 4 года осознал, что его родина – одно из самых интересных мест в Америке. Этот район был малопривлекательным. И здания позади меня, которые мы сегодня называем «Радужный ряд», были окрашены в обычный серый цвет. «Радужный ряд» образовался во время Великой депрессии, когда владелец одного дома решила спасти жилище от сноса и доказать, что оно может нравиться туристам. Она просто покрасила фасад в ярко-розовый. И вдруг все соседи последовали ее примеру, и вскоре здесь появились дома, раскрашенные во все цвета радуги. Дома в старом Чарльстоне нельзя реконструировать и перекрашивать без соответствующих разрешений. Но при этом историки безмерно благодарны людям, которые покупают эту недвижимость и берут на себя ответственность за ее сохранность. В прошлом году Чарльстон посетило примерно 7,5 миллионов человек со всего мира. Они оставили в городе больше 8 миллиардов долларов. Для многих из них Чарльстон начинается с форта Самтер. В 1861 году здесь произошло самое первое сражение гражданской войны. Первый выстрел был сделан здесь, и ядро упало рядом с крепостью. Этот выстрел был сигнальным. Он дал сигнал всем батареям начать обстреливать форт. Патрик Карденас – рейнджер в историческом парке Форт Самтер. Он переехал в Чарльстон из Техаса, потому что всегда интересовался войной севера и юга и расколом в американском обществе. Рабочий день рейнджера представляет собой 6-8 морских прогулок до форта и обратно. На каждой лодке несколько сотен человек, и он не устает раз за разом отвечать на вопросы о войсках Конфедерации, о президенте Линкольне и об отмене рабства. Здесь были казармы на первом этаже. Это то, что осталось от первого этажа. Раньше это было трехэтажное здание. Еще 8 лет назад эти старинные пушки, пострадавшие от ураганов, сломанные и ржавые, лежали грудой мусора во дворе форта. Никто не знал, что с ними делать. Но историки провели акцию под названием «Удочери пушку» – «Adopt a Cannon». Кто бы мог подумать, что за несколько месяцев фонды, агентства и частные лица соберут сумму, необходимую для восстановления всей коллекции. Это
самая большая чайная плантация во всей Америке. Вы вообще знали, что в этой стране, оказывается, выращивают чай? Есть устоявшееся мнение, что Америка – страна не чайная, а кофейная. Но в Чарльстоне в каждом кафе предложат черные, зеленые с ароматом персика или малины. Ведь именно южане приучили весь мир пить охлажденный чай – айс-ти. Когда вы пьете чай, нужно одновременно с жидкостью втягивать в себя воздух. Но делайте это осторожно. Если жидкость попадет в горло, можно закашляться. Правильно пробовать горячий напиток меня учит потомственный дегустатор чая, коренной южанин Уильям Холл, где он только не пробовал чай. В Индии, в Китае, в Марокко, в Великобритании. Но в конце 80-х мистер Холл купил эту ферму у компании Липтон. И с тех пор здесь выращивают уникальный американский чай. Лучшее средство от местной жары. Собственно, из этих листочков и делают чай. Жительница Чарльстона Эшли Батчелор учит меня танцевать Чарльстон. Да-да, свинговые танцы, модные в 20-х годах 20 века, тоже пришли именно отсюда, из Южной Каролины. Свинг сначала танцевали только афроамериканцы, но потом его стали исполнять в Савое, первом интегрированном ночном клубе. Эшли Батчелор по-своему борется за то, чтобы город Чарльстон не утратил своей уникальной культуры. Работает она в обыкновенной кофейне за кассой, а вот свободное время посвятила танцу Чарльстона, став президентом местной ассоциации свинга. Денег это почти не приносит, но это и не для заработка. На закате местные жители приходят на ее ретро-вечеринки на набережной. Как в сказке «Алиса в стране чудес», тут и там таблички-подсказки. К дереву не прислоняйся, по ветвям не лазай, в дупло не заглядывай. Эти таблички расставили люди, которые оберегают ангельский дуб. Чудо природы Южной Каролины. Это самый старый живой организм к востоку от реки Миссисипи. Ему 500 лет. И, кстати, ангельским он назван не из-за красоты, а в память о хозяине этой земли, рабовладельце Юстусе Энджеле. По-русски его фамилия. Ангел. Смотри, у меня просто такое ощущение, что я в какую-то сказку попала. Историческую роль Чарльстона во многом определило географическое положение. Удобная бухта образовалась благодаря слиянию трех рек – Эшли, Ванда и Купер. Город превратился в крупнейший порт Атлантического побережья, куда привозили невольников для продажи в рабство. 40% всех африканцев, насильно привезенных в США, прошли через порт Чарльстона. Их развозили отсюда по всей стране, но многие оставались работать на плантациях неподалеку. Самое удивительное, что даже если сегодня смотреть на Южную Каролину с высоты, то будут видны огромные заброшенные территории. До гражданской войны это было то самое золото юга, рисовые плантации. Песня «Wade in the Water» — это spiritual, так назывались духовные гимны рабов. Их пели во время работы на плантациях, а для нас ее исполняют Рон Дейз, бывший телеведущий, культуролог и исследователь афроамериканской культуры Гала Гичи. Эта удивительная культура была завезена в Америку на кораблях с рабами, прежде всего с африканцами, с так называемого рисового побережья Африки. Из-за работорговли к началу 18 века африканцы составили большинство населения этого региона. Пользуясь попустительством белых владельцев, которые боялись малярии и потому надолго оставляли невольников без присмотра, рабы убегали с плантаций на острова вокруг Чарльстона. Там они несколько веков сохраняли африканские языки и атрибутику. Культура, сохранившаяся таким образом, называется Гала Гичи.
Ирон Дейс, потомок тех самых рабов с Рисового берега Африки, был воспитан на культуре Галла-Гича 200 с лишним лет спустя. Бабушки рассказывали ему те же сказки, пели те же спиричуэлы, что и их прабабки с плантаций. А потом он вырос и стал одним из редких для Америки популяризаторов этого фольклора. В 90-х он с женой Натали запустил детскую программу на ТВ, которая называлась «Остров Галла-Галла». Такого острова не существовало. Это был их уникальный авторский способ в игровой форме рассказать современным афроамериканским детям о быте и культуре рабов. Была песня, рождественский гимн. С детства я задавался вопросом про песню. Как ее слова, связанные с рождением младенца Христа? Там были такие слова. «Мария родила младенца. Господи! Люди идут, но поезд уходит». Какое отношение имел этот поезд к рождению младенца Христа в Вифлееме? Эти песни иногда использовались для передачи секретной информации о побегах с плантаций. Mary had a baby, and Lord, the people keep on coming, but the train done gone, and where did she born him? Lord, where did she born him? My Lord, where did she born him? Lord, the people keep on coming, but the train done gone. То есть это было подсказкой, чтобы дать вам знать, что планы изменились. Люди продолжают приходить. Но поезд уже ушел. Позже Галла Гич и Спиричуэлс стали основой всей афроамериканской музыки. Без них не было бы ни джаза, ни блюза, ни свинга, ни хип-хопа. Многие признаются, что едут в Каролину только ради того, чтобы попробовать легендарные блюда американского юга. А мы в поисках настоящей местной кухни отправились в придорожное рыбацкое кафе ближе к бывшим плантациям. Именно тут когда-то жили люди африканского происхождения. Именно их еда считается теперь местной гордостью. Тоже, можно сказать, способ посмотреть на историю другими глазами. Гриц – это кукурузная мука самого грубого помола. Блюда из нее стали основой местной кухни. Дело в том, что когда кукуруза обрабатывалась для дальнейшей переработки в обычную муку, эта крупа оставалась побочным несъедобным продуктом. Ну и люди задумались, можно ли из нее хоть что-то приготовить. Кто-то бросил крупу в кастрюлю с кипящей водой, и варить ее пришлось целых 5 часов. В общем, смотрите, что у нас получилось, какая красота. Это одна из сотен вариаций местного традиционного блюда под названием shrimp and grits. Кухню Южной Каролины еще называют low-country cuisine. Low-country – это болотистая низменность вдоль Атлантики, где селили когда-то рабов. Low-country блюда – это, с одной стороны, попытка выкрутиться из нищеты. Любую еду, даже устрицы, обваливали в муке и жарили, чтобы было сытнее. С другой стороны, это попытка сохранить непривычные для Америки тех веков гастрономические традиции других континентов. Есть некое влияние афроамериканцев, но также есть влияние креолов и жителей островов. В 21 веке эти гастрономические традиции признаны настоящим национальным сокровищем. О них снимают ТВ-шоу, по ним выпускают кулинарные книги, и недалек тот шеф-повар, который, живя в Каролине, не подсмотрел пару хитростей. Возможно, плантация Бун-Холл многим из вас известна визуально. Ведь славится она прежде всего своей невероятной аллеей дубов, которая была высажена еще в начале 19 века. Именно эта аллея стала прототипом поместья 12 дубов из романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Эти деревья были высажены британским майором Джоном Буном, рабовладельцем и богачом, который поселился в Чарльстоне в 1681 году. Его поместье и сад с тропическими цветами словно напоминание о былом достатке. И здесь справа от хозяйского дома вполне себе демонстративно получается, что прямо вдоль основного подъезда к плантации вот так рядами хижин рабов. В домиках рабов предметы скудного быта. Плетением корзинок занимались по вечерам, а днем под палящим солнцем выматывающая работа в поле. Вот тогда-то, чтобы не упасть в обморок от усталости, и пели бодрящие спиричуэлы.
Тут больше цветы какие-то. О, Боже! Смотри, лежит чуть-чуть высушенная ветка, и тут прям, ого! Ого, прям вот ватка. Это хлопок. Но ведь и хлопок, и страшновато ему лежи людей, и деревянная колыбель – это обычная бутафория, глядя на которую задумываешься, насколько по-разному можно рассказывать о трагических страницах истории Чарльстона. Или это будет спектакль с костюмированными артистами, которые перечисляют сухие факты. Или это будет честный разговор о несчастных людях в непреодолимых жизненных обстоятельствах. Был такой человек по имени Джеймс Мэтьюс. Он жил здесь, в Чарльстоне, и принадлежал рабовладельцу по имени Дэвид Коэн. Джеймса так часто избивали и морили голодом, что он сбежал и спрятался... Дэймон Фордом, исследователь афроамериканской истории, преподаватель престижного военного колледжа «Цитадель» и писатель, как раз собирает личные свидетельства людей, переживших рабство. Беглеца, о котором он рассказывает, Джеймса Мэтьюса поймали тогда и отправили в одно из самых страшных мест в городе – Сахарный дом. Сахарный дом был построен в 1738 году как сахарный завод, а в 75-м его превратили в тюрьму, куда хозяева отправляли своих рабов. Охранники специально клеили на стены осколки битого стекла, чтобы рабы не могли сбежать. И били плеткой девятихвосткой. Плетка-девятихвостка – это кнут с девятью хлыстами. Она била так, что врезалась в кожу. Джеймс Мэтьюс чудом спасся и сбежал из Чарльстона на корабле, который плыл в Бостон. Уже будучи свободным человеком, он научился чтению и письму, чтобы в 1838-м опубликовать мемуары. Среди рабов было много грамотных людей, например, Фредерик Дуглас, Гарет Джейкобс, Соломон Нортоп, чьи мемуары «12 лет рабства» легли в основу одноименного фильма несколько лет назад. Эти истории стали свидетельством зла, жестокости и бесчеловечности рабства. Это старинная брусчатка, которую теперь так любят фотографировать туристы, помнят времена, когда аукционы по продаже рабов проводились прямо на глазах у всех, под открытым небом, буквально на каждой улице нынешнего исторического Чарльстона. Дэймон Фордом заканчивает свой рассказ около одного из самых мрачных мест в городе. Это бывший чарльстонский рынок рабов. Примерно вот такого размера кандалы для взрослого мужчины и... Боже мой, вот так узенькие для детей. Два невзрачных с виду зала с деревянными полами, которые видели слезы сотен тысяч мужчин, потерявших семьи, женщин, навеки разделенных с детьми, и стариков, за которых назначали цену ниже грудных младенцев, потому что они, в отличие от новорожденных, не считались выгодной инвестицией. Как мы сегодня идем в автосалон за автомобилем, так раньше покупатели и торговцы шли сюда, чтобы прицениться к рабам, которые закованные стояли в этом помещении. Им специально выдавали комплект свежей одежды, покрывали маслом кожу, чтобы скрывать ожоги. Иста Кларк всю жизнь изучал историю, но предложение о работе в этом месте принял с особым энтузиазмом. Музей рассказывает и о внутриамериканском периоде рабства, и о трансатлантической торговле людьми, которую обычно описывают сухими цифрами. Их грузили вот так. Если 25% из них умирали, с каждой партией рабов все равно получали прибыль. Эти скромные два этажа – первый афроамериканский музей во всей стране и, конечно, знаковое место именно для юга. Он открылся в 1938-м, еще в период расцвета российских законов Джима Кроу. Многих людей эта история приводит в смятение, и они плачут, осознав ее масштабы. А вот дети примеривают на себя ситуации и задают много разных вопросов. В Чарльстоне прямо ощущается, что местная история жива, что она все еще полна тайн, и ее только предстоит изучить детально. Коллекции музеев, видимо, будут пополняться еще много лет. Это невероятно. Если задуматься о последнем человеке, который прикасался к ним, скорее всего, это была рабыня, которая выполняла свои ежедневные обязанности. Лорен Нортоп стала в прошлом году настоящей звездой местного исторического общества. Ей удалось сделать невероятное открытие, которое поможет дополнить реальную картину жизни рабов. История о том, как она обнаружила бесценный для ученого клад, это настоящий детектив, а главный герой в нем – крысы. Боже, здесь под полом обнаружили маленький, засушенный, самый настоящий мумифицированный трупик крыски, которая, скорее всего, жила в XIX веке.
Не спешите ужасаться. Оказывается, крысы 19 века, собирая мелкий хлам для своих обиталищ на задворках некогда одного из богатейших домов Чарльстона, сделали огромное одолжение антропологам. Они обитали в стенах бараков, где обычно селили рабов, и невольно стали свидетелями их жизни и быта. Большинство людей не были бы рады крысам в доме, но мы всегда радуемся, когда находим крыс, потому что они замечательные хранители истории. Они собирают разные предметы в радиусе 15 метров и тащат их в гнезда, создавая подобие временных капсул из исторического материала. Только представьте себе, на этой крохотной плите, состоящей из 4 печек, рабы готовили, иногда при немыслимой южной жаре, для всех обитателей этой огромной собственности. В хозяйском доме кухни, например, вовсе нету. В нем жил с семьей работорговец и влиятельный бизнесмен Натаниэль Рассел. Столовое серебро, винтовая лестница и арфа в салоне для гостей и сегодня производят впечатление. Но внимание историков приковано вовсе не к хозяйской части дома-музея. Ученым намного интереснее те крохотные предметы, которые нашли в крысиных гнездах, в комнатах невольников. Они рассказывают о малоизученном, о жизни рабов. И кто знает, может, из этих огрызочков удастся сделать отдельный музей. Веллори всю жизнь проработала в историческом обществе Чарльстона. Она наблюдала за тем, как случился настоящий переворот в сознании местных ученых. Чарльстону был брошен серьезный вызов в 1993 году. 26 лет назад чикагский радиоведущий Том Джойнер посетил Чарльстон и, вернувшись обратно, заявил в эфире, что очень сложно представить, что в Чарльстоне существовало рабство. Он побывал на каретных экскурсиях, на осмотрах исторических домов, на автобусных экскурсиях, на пешеходных. И действительно, никто ничего о рабстве не говорил. Веллори Перри, менеджер дома-музея Айкин Ред, настояла не только на том, чтобы в экскурсии включили подробное описание личностей рабов, но и на том, чтобы хозяйский дом почти не ремонтировали, чтобы он остался обшарпанным и ветхим, хранящим дух старины, чтобы посетители ходили по нему при свечах. В этом старинном доме почти ничего не изменилось с 1861 года. Я думаю, что без рабства Америка была бы совсем другой. Особенно американский юг. Но мы обязаны говорить об этом честно. Это наш долг – рассказать, что существовала огромная часть населения, которая страдала, которой была запрещена свобода. А рядом жили люди, которые зарабатывали огромные деньги на их труде. Лучший способ не предать человека за обвинение – это дать ему имя, возраст, профессию и информацию о семье. Недаром историки Чарльстона не используют больше слова «slave» – «раб». Они все чаще говорят «enslaved» – «порабощенный некто». Не рабы, а порабощенные ткачихи, повара, строители, гончары, плотники, конюхи и, желательно, с именами. В этом доме жили Доркас Ричардсон и ее муж Сэмбо. Известно, что у них было 5 детей – Элизабет, Рэйчел, Джулия, Виктория и Чарльз. Важно знать и помнить их имена. Кстати, в марте этого года исполняется 350 лет со дня основания Чарльстона. Невольно задумываешься о том, каким немыслимым изменениям подвергся местный менталитет всего за 3 столетия. А историческое общество Чарльстона готовит серию лекций о том, какие решения сделали город настолько уникальным. Несомненно, открытый разговор о травме прошлого – одно из таких решений. Kingdom, the hero.